Еще одна жертва трагедии в поселке Первомайске. В больнице скончалась 64-летняя женщина, которая отравилась газом вместе с соседской семьей. Таким образом, погибли 6 человек. Трое взрослых и трое детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. Они задохнулись газом в собственном доме. По данным следствия, семья, скорее всего, просто грелась от включенной плиты. А конфорки по каким-то причинам оказались потушенными. Газ должен был уйти через вентиляционную шахту. Но она в пятиэтажке оказалась засорена строительным мусором. Это подтвердила проверка. Незадолго до ЧП здание ремонтировали. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». После трагедии воздуховоды в здании прочистили.